Всем привет! Сегодня обновился Sberbox Top, а также обновился Sberbox Портал. Так. Салют. Домой. Ладно, мы нажмем домой. Чтоб он долго. Опа! Ну ладно. Что-то не пойму, как я хотел, чтобы посмотреть, что нового. О, это что такое? Это у нас ночной режим. Вау! Круто! Выходим. Куда-то исчезла кнопка «Что нового». Ну, будем смотреть. Сейчас, пока я пройдусь по вкладке. Вкладки были с левой стороны, стали сверху. Потемнее интерфейс стал, по-моему. Так, здесь вроде все так же. Ну, не так же, но все, конечно, по-другому. Умный дом. Да, кстати, у нас вторая сберлента пришла. Надо ее подключить тоже. Давайте посмотрим, что у нас в настройках осталось. В настройках ничего у нас и не добавилось. Все как всегда. Wi-Fi 5 Гц. IP-адрес виден. Чуть не помню, был такой или не было. О, что такое? Парящие ленты. Вывод звука, управление жестами, управление ТВ-пультом SEC. А расположение под экраном правильно. Управление через ИК-порт мы не пользуемся. А, ну, кстати, можно настроить. Ну, я пока не видел смысла. Анимация работы. Камера, микрофоны всегда включены. Выравнивание экрана. Ну, здесь особо ничего не надо. Применить. Настройки HDMI мод. 2060p 60 Гц. Мне немножко неудобно вот так вот бегает. Настройки Color 8 бит. Ну, это самая верхняя, я не знаю, как там, 444. А, ниже ничего не было, ничего не было. И вот такой вот MAC-адрес Wi-Fi, версия 1.76.66. Номер устройства такой. Так. Так, здесь у нас вот такие. Да, кто еще удовольствие ставит фотографии? Вау, а где мой телеграм? Так, ребята, давайте ищем, где наш телеграм. Так, это новости. Новости как-то сбоку всплыли. Интересно. Так, давайте пройдемся. Так, это понятно. Око, ТВ-каналы. Что там с ТВ-каналами? А, джаз, вот он. Все. Понятно. Смотрешечка. Ну, так она и была. В принципе, у меня к смотрешке вообще нет никаких проблем. То есть, все показывает. Мне там нужен был какой-то канал местный. Я его нашел. Как он там называется? Включи ТВК-6. А, не ТВ-6. А, нет, это не то. Это на Ютубе. Сейчас я вспомню, как он называется, этот канал.
Да и, наверное, и не вспомню. Ну, по крайней мере, местный красноярский я нашел. Включи канал ТВК. Вот он был сам. Да, пожалуйста, вот. Все. То есть вот таким образом смотрешка работает. Что у нас тут? Видео, звонки. Видите, да? Перескакивают. То есть падают в последние. В те, которые были. Ну, я скажу, здесь... Классно. Единственное, что на компьютере записывается вся конференция или видеовстреча, а здесь пока не записывается. В настройках что там у нас можно? Шумоподавление и версия такая-то. 22.01.1.10003 или 100003. Так, видеозвонки. Да, видеозвонки, скорее всего, это будет наша... Да, пожалуйста. Это наш Телеграм. Все отлично, все здорово. Кто не подписан на ТикТок, на ТикТокера Яндексмена, обязательно подписывайтесь. Классный аккаунт, мне очень нравится. Так, что у нас еще есть? Заказ продуктов, браузер. Давайте посмотрим, браузер изменился или нет. Ага, Firefox немножко так поэффектнее стал. И все стало покрупнее. То есть у нас тут закладки AliExpress, Instagram, TikTok, Oka, GetsTV, Кинопоиск, Кинопоиск, Шторм, ТВК6, Zflix, Наша Света, АПК Mirror, Vivebox, Лампа. А Лампа, кстати, мне не удалось в браузере пользоваться. Там что-то как-то мышкой надо или наоборот мышка не нужна. Ну, в браузере мне не удалось. Google, Ivy, Megogo. Megogo ушел с рынка России. Не могу отменить, не знаю, еще ни разу не взяли, но надеюсь, что после ухода из России они не будут брать абонентскую плату. А то получится ушли, а я у них спонсором останусь. А потом меня еще обвинят, что я спонсирую иностранное государство. Так, Facebook, Кинопоиск, ВК, Медиатека, Море ТВ. И премьер. То есть вот такие вот закладочки. Ну, я считаю, это очень здорово. Браузер вообще на ура. По крайней мере, до этого работал очень хорошо. Ютубчик давайте посмотрим. Ютубчик у нас несколько аккаунтов. Только дочь, да? Ну ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Остается только дочь. Ну ладно, мы здесь не будем. Так, теперь что у нас еще? Ниже давайте опустимся. А, вот каталог приложений. Каталог приложений, заказ продуктов. Мне очень удобно, я когда беру с собой Sberbox Stop Красноярск, заказ продуктов, готовая еда, это вообще супер-супер. С удовольствием пользуюсь. Музыка осталась та же, на радио понятно, Сберплей, это игры, Тетраблок, Танки в бой, Голодный питон, ну то есть здесь некоторые, какой, я так понимаю, здесь остаются приложения, те, которыми мы пользуемся. Мои записи мне, к сожалению, не удалось, там что-то он написал, что ти-ди-динь. Пока наш сервис недоступен в вашем регионе, мы постараемся запустить его как можно быстрее. А это записываться куда-то там на какие-то эти, не знаю, в больницу или еще куда-то. Так, ну вот, можно скачать приложение 24 ТВ. Не знаю, я почему-то им не пользуюсь.
Ну, смотрешка есть и достаточно. Хотя 24 ТВ это, в общем-то, довольно-таки навороченное приложение. Там очень много каналов и даже какие-то фильмы есть. Танчики мы тоже можем установить. Я не знаю зачем. Ну, пока. Пока мне нравится. Так, давайте еще по вкладочкам походим. Это у нас вкладочка кино, где все. И кино, и YouTube, и ТВ, и все остальное. Вкладочка музыка. Ваш плейлист за 2021 год. Ага, хорошо. Это игры. Ну, в тестовом режиме пока было, я пользовался там, какие-то игры играл, но ну, так себе. Джойстик даже купил, но как-то не зашло. Хотя дочь играет. Так, есть новые приложения. Ну, давайте посмотрим новые приложения, что у нас, может быть, что-то появилось. В общем-то, мне интерфейс очень нравится. Кстати, 24 ТВ они сделали и в виде стартапа свое приложение. То есть это очень тоже хорошо. Поговорим с животными. Покупки, утилиты, бизнес, игры, еда, напитки, в редакции. Что-то не помню, про что это. Heroes and Elements. Игры какие-то. Мои записи. Что это такое? А, это же мы... А, нет. А, запиши меня к хирургу. Нет, нам это не надо. Мы к хирургу не ходим. Видео, музыка, видео, погода, готовая еда, заказ продуктов, выбор персонала, курсы валют. Ну, ужаснуться. Давайте посмотрим курсы валют. Ну, давай, доллар. Курс доллара. 115... 19.63. Центробанк. Понятно. Курс евро. 127.23.43. Ну, в общем-то, это все удобненько. И так вот раз можно в ваши приложения. И потом это можно увидеть. О, какие-то подборочки. Следуй новую планету. Нет. Ну, в общем, мне нравятся изменения. Мои приложения. Давайте посмотрим. И вот, которые я назакидывал там. То есть те приложения, которые либо я пользуюсь, либо пользуется дочь. Это тоже удобно. А мне нравятся чудо-книжки. Чудо-книжки прикольные. Они, их, по-моему, три книжки. А четвертой Буратино еще пока нет. Да, Буратино будет скоро. Есть Красная Шапочка, Три Поросенка и Теремок. Это такая VR, что ли, или R. Такая добавочная реальность. Так, ну что у нас тут в победителях еще есть? Звуки природы. Ну, не знаю. Может быть, кому-то, да. Интересно. Вот такие вот приложения. Вот такой вот интерфейс стал. А, ну еще в умном доме давайте посмотрим. И, кстати, вот сразу скажу, почему мне нравится Сбера оболочка. Потому что здесь есть приложение типа Mi Home на телевизорах Xiaomi. А здесь это тоже вот так вот выложено. То есть вот я буду добавлять устройство Сберленту и добавлю, и будет здесь есть. А почему-то мало еще приборов. Мы ждем новые приборы. Будет Zigbee устройство. Zigbee шлюз, будет еще что-то. Вот Сбера посмотрим, подождем, и будет
все прикольно. Вот так. На этом, наверное, все. Интерфейс сам ищет. Интерфейс вот такой вот очень интересный. Мне он понравился, скажу честно. И старый вроде как не такой плохой был, но этот немножко другой. Ладно, посмотрим. Все, если вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где много интересного. На этом все. Пока.